Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы снова в Падуе, мы снова на прогулке, и, в общем-то, знакомые нам герои. Эту собачку уже очень многие видели, она многим понравилась, но сегодня она в другой одежде. Вообще, собак, конечно же, очень-очень любят, их здесь балуют. Посмотрите, снова наша героиня, снова хозяйка этой прекрасной балонки. Посмотрите, как она интересно одета. Прекрасное сочетание цветов и также очень интересный прием. Одет вот такой жилет, который на самом деле можно сделать из старого пальто, например, но у нее трикотажный жилет. И посмотрите, как это очень хорошо смотрится. Это снова очень удобный способ именно утеплиться. Повторюсь, собаки в почете у нас в Падуе, их балуют, их одевают. Вот еще одна прекрасная пара друзей. Я заметила, что незнакомые между собой итальянки, а также итальянцы очень часто останавливаются для беседы, просто потому что вот их собачки решили чуть-чуть поиграть вместе. Эту героиню мы уже знаем. Сегодня она одета точно так же. Я встретила ее в другом месте, она меня узнала. Ну что ж, немного представила. Давайте посмотрим на хорошо одетых людей. Сегодня достаточно тепло, но очень-очень сыро. Дорогие зрители, я замечаю на улицах, насколько хорошо и выигрышно смотрится вот такое пальто, бежевое пальто
на мужчинах любого возраста, на парнях, молодых в особенности. Это пальто очень часто носят со спортивной обувью, носят с рюкзаками. И вообще вариация бежевое пальто плюс рюкзак мне стало очень-очень нравиться, что на девушках, что на девушках постарше, что на парнях, что на мужчинах. На самом деле вот как-то очень-очень выигрышно смотрится бежевое пальто с черным рюкзаком за спиной, либо совершенно спортивным рюкзаком за спиной. Как найти кафе Педроки? Так и забей кафе Педроки. Он дает положение от кафе Педроки. Дорогие зрители, мне очень понравилась снова эта витрина, это магазин Твинсет. Все говорит о том, что это магазин Твинсет. Очень часто вы просите меня показывать, в каких магазинах я обозреваю витрины. Мне очень понравилась толстовка с плиссированной юбкой. Я считаю, что этот лук очень хорошо повторить и легко повторить прежде всего. И мне вообще нравится вот такая вариация, такой микс спортивного и неспортивного. Прежде всего неспортивного, в данном случае трикотажа. На Новый год я бы выбрала для себя совершенно точно юбку туту, юбку из тюля, потому что мне очень нравятся эти юбки, себя я чувствую в таких юбках принцессой, и надела бы самым обычным трикотажным свитером. А вот на этой витрине мне очень понравился топ в пайетках, плюс самая обычная юбка, плюс самый-самый обычный кардиган. То есть таким образом мы можем, скажем так, сделать наш новогодний лук из ничего, купив просто топ с пайетками. А вот на этой витрине снова хочу обратить ваше внимание на прекрасную юбку туту, юбку из тюля, и также на сочетание темных плотных колготок плюс самые обычные босоножки. Не стесняйтесь так носить, все так носят. Я встречаю такие ансамбли с темными плотными колготками плюс черные либо цветные босоножки здесь на витринах и на модницах итальянках очень-очень часто.